мы пошагово покажем, как будем обменивать Flatting Coin. Здесь на экране у нас три языка: украинский, английский и немецкий. Будем работать на украинском языке. Нажимаем «Замовить выплату». После чего мы вводим телефон. Нажимаем кнопку «Продолжить». У нас на экран выходит QR-код, который мы можем отсканировать и можем напечатать. Нажимаем «Надруковать чек». Вот этот чек мы можем отсканировать или же с помощью видоискателя на телефоне отсканируем QR-код на главном экране. У нас подтягивается адрес кошелька, на который мы перечисляем коины. К примеру, 20 PLC. Комиссию устанавливаем 0.1. Нажимаем «Отправить». Поздравляем, транзакция успешно отправлена. Далее мы должны дождаться, пока наши 20 PLC по блокчейну переведутся уже на кошелек в криптомате. Наша транзакция в 20 PLC уже прошла обработку, и теперь мы снимем денежки с нашего криптомата. Нажимаем кнопку «Выплаты», вводим свой номер телефона, нажимаем кнопку «Дальше». Нам приходит SMS-код, который мы вводим в специальное поле. И нажимаем кнопку «ОК». Мы видим на экране наш баланс 2500 гривен. Нажимаем 2500, нажимаем кнопочку «Подтвердить». Получаем денежки. Вот эти денежки вышли, 2500 гривен. И печатаем чек. Вот он чек. Для отчетности 2500 гривен, дата, время, все здесь указано, номер квитанции, вот денежки. Сейчас мы в нашем криптомате сделаем покупку Flatting Coin. Мы для этого должны нажать кнопочку «Пополнить». У нас открывается окно видоискателя. В телефоне мы нажимаем «Получить». У нас формируется QR-код с нашим кошельком, и мы его подставляем под камеру. Здесь на экране у нас виден адрес кошелька, на который будет переводиться PLC. Нажимаем «ОК». После этого мы должны ввести номер телефона. Ввели номер телефона, нажимаем кнопочку «Продолжить». Далее мы должны внести купюру. Мы вносим 500 гривен. На экране у нас отображается минимальный платеж 20 гривен, курс 160 гривен за Flatting Coin. Нажимаем кнопочку «Здесь нету оплату». Деньги ушли на кошелек, надруковать чек, напечатать чек. Чек мы напечатали. Здесь у нас отображается, что на наш счет на телефон внесено 500 гривен. Ждем, когда это появится. Денежки наши Flatting Coin 3.12 пришли буквально минуту назад нам на кошелек. Все просто, вся процедура очень простая. Друзья, это все просто. Поменять Flatting Coin — это очень легко. Вам необходим только телефон с установленным кошельком, коины на этом кошельке, меняйте на гривну, покупайте Flatting Coin, продавайте Flatting Coin. Скоро этих криптоматов будет очень много по всему миру. Flatting Coin. The time is now.